jump on a party like Chris. Замена тормозных колодок на Toyota Corolla 2008. Сейчас задние менять будем. Передние уже поменяли. Ставим кирпичи, чтобы машина никуда не... Значит, что нам потребуется? Это домкрат. Такая отвертка для домкрата. Простая плоская отвертка. Ключ на 19. Сами диски. Новые. Вот. Диски. И тормозные колодки. Задние. Вот. Не оригинальные. Но сойдет. Снимаем крышечку. Далее раскручиваем болты. Когда машина стоит еще внизу. Еще не подняли машину. Пауза. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем. Здесь есть специальное место для домкрата. Берем такую букву Г и поднимаем. Пауза. Значит, подняли колесо. Вот оно в воздухе. Затем можно по-быстрому с помощью такого патента открыть быстро болты. Снимаем колесо и вложим его под машину. Если упадет, то пусть на колесо подает. Вот, значит, наша система. Ага, сейчас нам нужно рас... Вот он сам тормозной диск, колодки, который будем менять. Открываем крышку тормозной жидкости, чтобы не было давления в системе, тормозной системе. Сняли крышку. Угу. Снимаем тормозной калибр, ключ на 14. Раз. И снизу два болта. Два. Крутили. Снимем тормозные колодочки. Они тут добавили какие-то платки. О! Пластиночки. Задние. Колодка стертая. Все. Раскручиваем болты дальше. Так, неудобно. Раз. Два.
Снимаем? Снимаем диск. Ого, застрял. Сейчас мы его. Если диск не выходит, можно вкрутить такой болтик вспомогательный. И вот он, снял. Немножко надавить, и он выходит спокойно. Есть. Новый диск необходимо обезжирить от масла. Вот. С масла немножко. Тряпочку, ацетон. Промываем. Так. Ну, он довольно сухой, поэтому много не надо. Это на передних было много масла, там нужно было хорошо зачищать. Все зачистили. Одеваем. Одеваем. Немножко подожму болтами, чтобы он не мешал мне работать. Затем возвращаем данную деталь на место. Раз. Ставим паузу. Болты смазываем немножко маслом. Одеваем изнутри. Раз. Второй. Два. Затягиваем. Опять же, берем ключ на 14. Затягиваем посильнее, таким вот прямым ключом, вот так, вот так, будет удобно. Хорош. Второй. Хорошо. Затянули. Устанавливаем новые тормозные колодки. Так. Две таких. Сейчас надо разобраться, какая куда. Делай паузу. Устанавливаем тормозные колодки. Устанавливается довольно легко. Все, встали. Держится. Проверяем, что все четко стоит на своих местах, ничего не дребезжит. Ставим колесо на место. Сначала немножко смажу каждый болтик. Ставим колесо.
Закручиваем. Так как у нас диски магнезиум, существуют такие вот прокладочки. Их главное не забыть вернуть на место. Так, ставим колесо. Сделай паузу. И опускаем машину, чтобы дотянуть до конца. Готово.